всем зрителям канала Мыло Опт. Это распаковка товаров. Хочу показать вам, что я заказала. Вот такой пластиковый флакон с металлической закруткой на 200 мл. Дальше спрей 150 мл. Баночка. Такой спрей тоже на 100 мл. С дозатором. Такие спреи. Эти 50-ки, кажется, или 60 мл спреи. Красивые баночки. Такая флакончик на то ли 50, то ли 60 мл. Тоже с металлической закруткой. Симпатичная. И такая на 50 мл баночка. Вот она так вот открывается с металлическим закруткой. И такая на 100 мл. Не очень прочная баночка с дозатором. Также я взяла 1, то ли 2 мл такая баночка стеклянная. И такой флакон с металлическим спреем 4 мл. Также я заказала 50 мл водорастворимое масло виноградной косточки. Попробую первый раз. Также водорастворимое масло жужоба. Также попробую. Такие 10 штук баночек с вкладышами внутри на 40 мл объем. И вот такие маленькие баночки 20 мл также с вкладышами. Такая стеклянная баночка с металлической крышкой на 100 мл. Соевый воск. Хочу попробовать свечи сделать. Также я заказала такие активы, как алоэ вера. Это экстракт, концентрат, аминопептид для кожи и волос. Первый раз тоже буду пробовать. Пентагексапептид, также актив для кожи. Кетон мускуса – это закрепитель для духов, который также имеет определенный запах. Я не знаю, я все это первый раз беру, буду пробовать. Низкомолекулярная кислота гиалуроновая. Когда-то брала, была хорошая. Вот снова попробую. Диэтилфталат. Это фиксатор запаха для духов. И заказала такие наборы душек Рафаэлла. Горячий хлеб. Свежа полуница. Рождественское настроение. Пивония, аналог мыла Дав. Отдушка Angel de la Muerte. И шоколадный торт. Такая отдушка. Французское печенье. Производители Германия, США, Франция, Россия. Буду пробовать. Это весь... еще не показала. Вот. Такой я взяла флакон. Попробую его. Написано, что с пенообразователем. Вот с крышечкой он идет. И баночка 100 мл с вкладышем. Прочные баночки хорошие. Вот это уже весь мой заказ. Спасибо всем зрителям за просмотр. Спасибо работникам сайта. И до новых встреч!